Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, 11 сентября. Нахожусь я вот в таком вот красивом месте. Это у нас мост через Обь. Нахожусь я на северном объезде. Отдыхаю у друга на даче, ну а сюда решили приехать по старинке, вспомнить, так скажем, молодость. Вон на тех вон двух камах, велосипедах. Добирались, ну, около 8 километров до сюда. Фанерка на опариков. Вот такой вот подлещичек. Совсем мизерный. Но уже что-то, уже не пустые с рыбой. Этого отпускаем. Вот, пошел. Завернули сазана почищенного. Немного туда соли, перчику, лучку, ну и так далее. Сейчас маленько потомится, будем кушать. Ну и вот, друзья, результат. Домашняя винишка. Сазанчик в фольге. Такая вот красота. Сидим на рыбалочке. Все у нас прекрасно. Как вы видите, Обь сильно обмелела. Мы вот в данный момент должны были находиться на островке, но он сейчас превратился в часть суши. То есть вот здесь вот по весне неплохо люди бегают со спиннингами. Щуп ловили. Мы рыбачим на доночке.